Итак, первый наш самый большой страх, пожалуй, который у очень многих профессионалов есть, это страх отказа. Что я буду предлагать свои услуги, и мне откажут. И вот этот страх отказа, скорее всего, он идет у нас с детства, да, то есть с глубинного детства, когда были сильные эмоции, мы хотели, не знаю, какую-то игрушку, нам родители отказывали. И сейчас этот страх у очень многих профессионалов есть. Есть, как бы, все могут дать, все рассказать, провести, дать много ценностей, но когда идет вопрос о том, чтобы предложить свои услуги, этот страх сильно парализует, и человек начинает подсознательно или сознательно избегать вообще предлагать свои услуги. То есть вот посмотрите, есть ли у вас этот страх отказа, что вам откажет потенциальный клиент, и в результате вы останетесь ни с чем. Да, то есть как бы вы потеряете клиента, и вот этот страх отказа, что я останусь ни с чем, что как бы я, какая-то там пустота будет, да, что будет нехватка, и вот как бы, вот если так заглядывать внутрь себя, что это как бы вот, ну, место отвержения, да, вот такое вот глубинного отвержения, которое нам очень сильно мешает. Этот страх как раз связан со страхом остаться ничем. И нас блокирует этот страх, не давая нам понять, что на самом деле, если клиент видит ценность, если он хочет работать, если он хочет получить тот результат, который мы ему можем дать, то, скорее всего, он скажет «да» и будет с нами работать.